Дорогие друзья, приглашаем вас вместе с нами, артистами, стать соавторами уникального проекта «Спасающий спасется», стоящего на стыке искусства и гуманизма. 17 ноября в Театре Оперетты будет дан благотворительный концерт в поддержку народной артистки России Марины Колядовой. В концерте примут участие Вера Васильева, Валерий Гаркалин, Екатерина Гусева, Теона Дольникова, Александр Олешко и вы, дорогие друзья. Вы будете не просто зрителями, вы будете участниками акции, потому что деньги от купленных вами билетов пойдут в поддержку актрисы на ее лечение, в котором она очень нуждается. Это уже 4-й благотворительный концерт в рамках проекта «Спасающий спасется». Ранее была оказана помощь балерине из Омска Светлане Задорожной, артисту театра Маяковского Ефиму Байковскому и студенту театрального училища имени Щукина Асиру Шагенову. Год назад в связи с травмой позвоночника Асир не мог ходить, а 17 ноября на сцене театра «Оперетты» он будет танцевать лезгинку. Спасающий спасется. Это формула прогресса. Другой нет и не будет. Для того, чтобы спасти себя, нужно спасти того, кто в этом нуждается. Давайте делать это вместе.